Всем привет, дорогие друзья! Были в Светофоре, в Победе, в Пятерочке. Ну, не могу сказать, что какая-то супер-мега-большая закупка, но, однако, купили вот такое вот печенье. Печенье называется Николетта. А в чем новинка? Новинка в том, что стали в одну упаковку вкладывать как бы набор этого печенья. Данный вариант вот желтого цвета с лимонной начинкой, а оранжевый вариант с начинкой сладкой, такой какой-то вот абрикосовый. Хорошее классное печенье в этой коробке 1,5 килограмма стоит 167 рублей в Светофоре. Также слоеное тесто от фирмы Талоста. Здесь килограмм. Здесь килограмм. Хочу испечь что-нибудь. Стоит 61 рубль. 61 рубль за килограмм. Это просто прекрасная цена. Очень даже недорого. 30 рублей сухарики хрустим. Сметана, кстати говоря, вкусные, они не острые, такие вот прям вот замечательные сухарики. 54 рубля пирожное Аленка, 5 штук здесь. Хорошее, классное такое пирожное. Три варианта есть в Светофоре. Все, в Светофоре больше ничего не купили, дальше зашла в Пятерочку. В Пятерочке взяла творог Белая долина, 0% жирности. Две упаковки взяла. Творог стоит 47 рублей 99 копеек. 48 рублей стоит такой творог. 54 рубля взяла вот такие вот хлебцы. 5 злаков, хрустящие, из цельных зерен и круп, пшеницы, риса, ячмень, овса и гречихи. Очень вкусные, очень классные такие вот хлебцы. Прям супер, мне очень понравились. Вот такая чудесная сметана 15%. Из топленых сливок. Впервые беру. Стоит 65 рублей. Такая сметана здесь 260 граммов. Сыр российский. 309 граммов. 503 рубля за килограмм. Здесь на 186 рублей. За 18 рублей вот такая вот бутылочка воды минеральной. Не газированная. Вот выпили уже. 20 рублей жвачка Ригли Спермент. Без сахара. Почему и взяла, что она без сахара, это жевательная резинка. Упаковочка семечек Фома. Вкусные семечки, нравится то, что в них содержится жареный арахис. Классные они, крупные такие. Вот, нам нравится. Перестали брать гудок, потому что семечки мелкие стали. И увидела макароны-бантики. Захотелось макароны-бантики. Стоят они 64 рубля. Здесь 450 граммов. Для собаки в зоомагазине купили вот такой вот ошейник. Покупали до этого в другом магазине. Он ей оказался велик, она из него вылазит. Вот вроде должно быть нормально, думаем. Надеемся, по крайней мере, оденем. Будем ее дрессировать. Ну, вот такие вот незначительные покупки. Хочу сказать, что вот покупали в Окее джем. Вот джем клубничный очень понравился. Такой классный, вкусный, замечательная текстура. Ягодки крупные такие, цельные, приятные попадаются. Супер просто. Ну вот этот джем тоже ничего, но не так нравится. Лимонный с имбирем, ну такой своеобразный вкус. Это все покупки, дорогие друзья. Вот такая вот у нас стоит погода. И я так смотрю, это вот на большей части территории России. Ветра, холода, дожди. Вот опять там сверкает. Электроэнергию могут отключить. Ужас. Аж страшно. Где-то здесь, похоже, провод замыкает. Или березы ветками своими касаются. В прошлом году тут искрило, сверкало. Тошка всходит у нас. Мы, конечно, позже обычного посадили, но мы уже так делали. И она прекрасно вызревает. Все нормально. Сейчас сыр лезть, а так вот, конечно, пропушить бы хорошо было сразу. Зрители спрашивают, там, морковку посадил, не посадил, лук и так далее. Многие говорят, что в теплице все сажаю, в огороде не сажаю. Ну, я не знаю, те зрители, которые постоянно смотрят нас, прекрасно знают, что у нас птица. Птица склонна выбираться, перелетает. Вот в прошлом году я насажала все абсолютно. Я 2 месяца за всем этим делом ухаживала. Птица перелетела, все перетоптали, все переклевали. Ну, и я расстроена была до конца года. Поэтому зачем себя любимую расстраивать? Не буду ничего сажать за пределами теплиц. Ну вот картошку посадили, картошку птица не клюет, им это не интересно. Все на этом. Все остальное куплю, что нужно будет мне и моей семье. Огурцы, помидоры, перцы, все в теплице будет расти. Так что вот,
Такая вот у меня политика. Собакин хулиганит. Кто хулиганит? Кто хулиганит? Смотрите, и ушки у нее стали. Да, а то все были. Половинки висели, а сейчас вон как. Ой, хулиганка такая, что-то с чем. Все меня перемазкало, а? Кошачьи какашки хватает, таскает их. Все хватает, все таскает, все бросает, все грызет. Роет. Ой, прям чучундра моя. Чучундра. Окрас у нее меняется. Она была вся какая-то коричневая. Теперь вот ноги, пузико. Белеть стал. Все. Но у нее мать лайка чистопородная, а отец хулиган. Так что посмотрим, что из этого выйдет. Да? Мама лайка, папа хулиган. Морда. Все, все, Лися, я все поняла. Все, поняла, уйди. Ой, ну, сидеть, все, сидеть. Друзья мои, хочу показать вам чашечку, которую обещала показать. Вот видите, она какая интересная. Сейчас будем наливать чай, смотреть. Она очень-очень легкая. И когда наливаешь в нее чай или кофе, все так красиво смотрится. Такое ощущение, что напиток находится в каком-то таком подвешенном состоянии. Очень красиво. Ну, такая красота. Мне очень нравится. Стоит эта чашечка 590 рублей, что ли, что-то такое. Не сказать, что очень дешево, но зато брать в руки ее очень приятно. Чай парит. Котят мы всех раздали. Остался тут один барсик у нас. Саша говорит, давай его отдадим тоже. Не жалко так его отдавать кому-то. Очень халюсь такой. Косюлик. Барсик прыгает за мной. Все время бегает за мной. На ногах виснет у меня. Если я сажусь на диванчик, он рядышком со мной плюхается. Маленький. Барсюша. Барсюша. Барсик. Шляпки вылупляются у нас. И бройлеры. Коп 500. Эй, пушистики, привет. Алёси, маленький.